Численность населения поселка Зачаганск по сравнению с прошлым годом увеличилась на 10% и составляет более 57 тысяч человек. На будущий год здесь запланировано большое количество работ. Об этом рассказал аким поселка на отчетной встрече перед населением. На сегодняшний день в селе было зарегистрировано 400 объектов бизнеса. В прошлом году было запущено 5 крупных проектов. В этом году планируется завершить строительство теплицы, которая занимает площадь в 5 гектаров. В селе 90 многоэтажных жилых домов. Сейчас идет строительство здания новой школы. На сегодняшний день в поселке Зачаганск стоят в очереди 4000 детей. В 2019 году проведено 44 сельскохозяйственных ярмарок. В рамках акции «Открытый акимат» проведены приемы с участием акима города. В данной акции приняли участие 110 жителей. Зачаганск состоит из 13 микрорайонов и одного поселка. Это 172 улицы протяженностью 157 километров. В прошлом году капитальный ремонт проводился на улицах трех микрорайонов. Общая протяженность отремонтированных дорог в 2019 году составила 2 километра. Однако в микрорайоне Жахсаул дороги еще не ремонтировались. Хайреддин Жаксыгулов, который проживает в поселке более 30 лет, поднял этот вопрос на встрече. Также он отметил, что неогражденная электростанция может быть опасна для населения. В нашем микрорайоне насчитывается более 200 домов. Ни одна улица не заасфальтирована. Также еще один проблемный вопрос. Он касается электрической подстанции, которая находится на одной из улиц микрорайона. Там нужно установить ограждение для безопасности сельчан. Нас, местных жителей, интересует, когда будет решен этот вопрос. Соответствующие документы. Любой не подойдет. Я думаю, что в ближайшее время это будет огорожено. Ваня Анисина озера. Вопрос очень серьезный, и, конечно, там существует несколько мнений по возрождению этого озера. Тоже для того, чтобы реализовать эти проекты, мне хотелось бы даже буквально 2 минуты сказать. Вот Саратову приводили пример. 3 года. Большинство вопросов, поднятых на встрече, были связаны с общественным транспортом, в частности, автобусов номер 6 и 7. Местному населению приходится ждать очень долго общественный транспорт из-за слишком длинных интервалов. Руководители автобусных парков ответили на вопросы жителей. Маршрут номер 6, там в основном микроавтобусы, там работают в основном частники. Это есть проблема, да, приобретение новой техники. Но мы стараемся своими силами как-то все это. На сегодняшний день акиматом поселка была открыта страничка в социальных сетях, куда могут обратиться местные жители с проблемными вопросами. Также в поселке Зачаганск регулярно проводится акция «Как открыт акимат». Альбина Кумургалиева, Рустем Ищанов, Дастан Уразбаев, телеканал Акжаик.